Легок на помине. Рад, что ты добрался без проблем. Не думал тебя снова увидеть. В прошлый раз ты был очень болен. Позволь мне представиться. Меня зовут Карбани Сингх. Видишь, вон того человека. Он может достать лекарство от малярии. Я не забыл, как сильно ты помог мне раньше. Я к твоим услугам. Всегда. Ты хороший солдат. Не то, что те, кто дерется в этой войне. Очень скоро их не станет. Эти люди и их войны разрывают страну на части. Удачи, мой друг. Люди никогда не меняются. Вот чертовы пленки. Устроит? Это все, что у меня есть. Ты их не уничтожишь? Твои друзья обычно поступают именно так. Стоп, ты здесь не ради пленок? А, вот в чем дело. Понял. Таблетки можно достать в церкви в Пало. Найди там свечи. Конечно, если поторопишься. Только пленки отдай. Нельзя сломать человека так, как ломают лошадь или собаку. Чем сильнее... Поболтаем немного. Подожди-ка, ты тот самый новенький? Крутой. Я Уоррен. Слушай, нужна будет помощь. Звони мне. Серьезно, если начнется хрень, тебе понадоблюсь я. Так ты не один из них. Я Рубен Алуагемби, независимый журналист. А ты здесь недавно, это я по одежде понял. Она слишком чистая. Кстати, ты рискуешь, говоря со мной. Я тут как бы персона нон-грата. Военачальникам не нравится книга, которую я пишу. Книга о войне, конечно, и о всех них. Но в основном о торговце оружием, знаменитом Шакале. На пленках был именно он. Ты знаешь, я на 16 войнах в Африке побывал. На 16. И каждый раз встречал его. Он продавал оружие и зарабатывал деньги, когда миллионы людей страдали и погибали. Он думает, что может продолжать делать это, но не в этот раз. Все это вылезет на поверхность. Все о Шакале и военачальниках, о солдатах, детях с оружием, о неправительственных организациях. Я всю эту дрянь... Звучит пафосно, да. Надеюсь, хоть кто-нибудь услышит мои слова. Я брал интервью у разных людей на протяжении нескольких месяцев. У дипломатов, военачальников, гражданских. Всех, кого мог убедить поговорить со мной. У меня есть потрясающие материалы. А потом солдаты отняли у меня пленки, говорят, уничтожили их. Но вдруг вряд ли я смогу их сам найти. Я не слишком хороший стрелок, как ты видишь. А нынче, если хочешь услышать выстрелы, достаточно выйти на улицу. Ты ведь видел, война с каждым днем становится все ожесточенней. Это ведь нелепо. Ради чего они сражаются? Зачем?
Страна в руинах. Люди, алмазы, города. Но война продолжается. При помощи оружия шакала, конечно. Все это плохо кончится. Боюсь, мне суждено быть тому свидетелем. Есть во мне что-то от зеваки, похоже. Слушай, если найдешь еще что-нибудь из моих записей, пожалуйста, принеси их мне сюда, в бар. Мне они потребуются для книги. Сразу скажу, платить мне нечем. Могу предложить только свою ничего не стоящую дружбу. Дюжину пакетиков с кокаином. Если не хочешь собрать вещи и свалить, придется... Не туда идет. Разъеби, назад отвалил последний раз. Ну все, убыть. Здесь действует перемирие. Не забудь. Что сейчас? Thank you.
Извини, сейчас службы не ведутся. Тебе стоит сходить к врачу, а то в самом деле понадобится священник. Тебя прислал Рубен. У него было для меня кое-что. Я с радостью дам тебе взамен лекарство, которое у меня есть. Думаю, одно из них тебе стоит принять немедленно. Этого надолго не хватит, но я могу попробовать достать еще. Не все мои люди ушли. Многие в ловушке. Они боятся того, что случится, если их поймают при попытке уйти. Другие просто решили остаться. Мы попробуем помочь каждому, кому сможем. И человек вроде тебя нам не помешает. Возвращайся, когда тебе снова понадобится лекарство. Дальше нельзя. Верно. Сдавай мне оружие. Этот парень не шутит. Только гляньте на это оружие. Шакал. Что за имечко? Да он просто сумасшедший. Он отдал этих красоток почти за даром. Почему? С чего такая халява? Для фото они тоже сделали скидку. Мужик мог бы сделать огромные бабки, если бы захотел. Тебе нужно? Работа? Тебя не знаю. Но ты знаешь меня. Я знаменитый Куаси. Ты стреляешь хорошо? Сможешь снять человека в быстрой машине? Цель большая, попасть будет легко. Куаси с тобой, говорит Куэпа? Нет, он говорит с новичком. Хочешь поработать? У нас есть работа. Хорошая. Наемное убийство. Глава полиции. Бах! Куэпа, скажи, где его найти? Он движется в автоколонне, движущаяся мишень. Тебе нужно будет выбрать место у дороги и ждать, когда он приблизится. Этот маленький орешек прячется в большом джипе. Напади на автоколонну и убей копа. И сделай это погрязнее, чтобы выглядело как предостережение. У меня хорошее предчувствие. Наверное, стоит тебе заплатить вперед. Напади на автоколонну, убей начальника полиции, и на этом все. Больше никто в СНС об этом не знает. Другие солдаты не будут столь дружелюбны. На север отбойник, как только сможешь. Thank you.
Сюда. Я могу тебе помочь с заданием от СНС. Пока не убивай начальника полиции. Сначала сходи в деревню Швасана. Там живет брат начальника. Где-то в доме он прячет бухгалтерскую книгу. Найди ее и забери. Когда ты это сделаешь, полицейский очень испугается. Он отменит воскресную поездку и вернется к себе в участок. Там он будет в закрытом помещении. Так его легче убить. У него есть основания для испуга. В книге перечислены... Найди брата в деревне. Возьми грозбух. У него есть основания для испуга. В книге перечислены все взятки, которые он принял от СНС за эти годы. А вот его заместитель совсем другое дело. Он не согласен с начальником ни в чем. Когда он узнает об этих взятках, он весь арсенал передаст ОФОД. Просто назло шефу. Я собираюсь уничтожить это оружие до последнего ствола. Я нападу на конвой по дороге. Присоединяйся. Найди брата в деревне. Возьми грозбух. Thank you.
тебе надо. Эй, стой! Ворюга! Преступник! Забери эту чертову штуку. Зря я вообще согласился ее взять. Только семью мою оставь в покое. О, что за жизнь? Начальник полиции уже знает о брате. Он возвращается в участок. Теперь ты без проблем выполнишь задание. Watch out, Dana. Damn it!